Так, дернул меня, черт, взять 27 тонн цемента на Эктросе. В принципе, ЕТС предположил, что я это не утащу. Вот заодно и проверим, как тачки, не приспособленные для перевозки тяжеловесных грузов, справляются с перевозкой, собственно, тяжеловесных грузов. В общем, часть пути на пароме будет доставляться, поэтому тут не очень страшно. Через паромную переправу. Ой, зацепимся, зацепимся. Ладно, у меня симуляции нет особо продвинутой. Так, вот сейчас начинается самое интересное. Необходимо... Так, топ-топляк у меня есть, все нормально. Так, теперь необходимо... Так... Ага, теперь необходимо, собственно говоря, сдвинуть с места этот прицеп. 27 тонн цемента. Ну, скажем так, бег на месте хорошо получается. Что-то куда-то я там встрял, по-моему, да? Ну и ничего, тянем. Хотя, конечно, обороты съедаются. И с торможением могут быть большие косяки. Но, в принципе, тянем. Что будет с движком, в принципе, хрен его знает на самом деле. Так, ну все, тут особо комментировать нечего. С места сдвинулись, и дальше посмотрим, как будет на записи. Вот, все. Так, ну главное сейчас повернуть направо, ну и потом вот отсюда выехать, повернуть направо. Вот, дальше с развязки, ну все штатно. Чувствуется тяжеленький груз сзади. Как бы с движком ничего не случилось. На подъемах, я так полагаю, будет полный капец. Пожалуйста, вот вам подъем. Тут так ограничение, это 60, но... Я, кстати, включил навигатор, да, такой игровой, оверлейный. Потому что задолбало в карту лазить каждый раз. Вот, тут ограничение 50. Вообще, судя по карте, нужно добраться до... Ну, так, точка доступа, это тут вообще не поймешь, какая точка доступа. Тут вот на порт нужно попасть. Вот, ну ладно, прямо по заправочке, нормально. Поехали. Через заправочку проедем. Кстати говоря, насчет топляка у меня полбака почти. А, и кстати, как
Блин, тут никакого ориентира ты не найдешь. Гримсби. Ну, можно как ориентир взять Гримсби, но осторожнее, конечно. Ладно, накручиваю 50. Можно крутить. Не могу 60 взять. Это мили, естественно, не километр в час, мили. Интересно, движку хана придет после этого заезда? Вообще говоря, 60 тут брать довольно рисково, потому что херов будет тормозить. 27 тонн все-таки нужно ретардер на всем, хотя ретардер тут хороший. Ну, как ни кручу, 60 накрутить не могу. Хотя на всю. Акселератор в пол, так сказать. Передачу поменьше, но у меня, в принципе, нет особой такой цели разогнаться как можно сильнее. Нет, ни в коем случае. Сейчас мне куда? Навигатор какой-то слегка бесполезный. Мне сейчас сворачивать, я даже не заметил это. Ну вот и доразгонялся. Вот сюда мне. Торможение двигателем, в принципе, вкупе с тем, что это в горочку. Ой-ё, как же стрёмно. Так, навигатор надо поменьше. Не настолько. А, нет, как раз... что надо, а то картина мира какая-то не составлялась, прям все красное было. Не лагай. Так, а что лагаем? По факту у меня разогрев видяхи 60, все нормально, не так уж и горячо. Ой, 76 в смысле. Развязка. Сильно сбрасывать не хочется. С одной... ой, стороны, я знаю, что там. Там резкий поворот очень.
очень резкий поворот. Чувак, подожди, спасибо. И горочка. Вот сейчас посмотрим, как мы в горочку с 27 тоннами на Эктросе, который заточен под обыкновенные перевозки. Там в городе что-нибудь там 15-200, да? А тут, пожалуйста, 27 тонн цемента. Это в километрах в час примерно 80. О, как хорошо светло с дальним светом. Вот это тут зигзаги. Тихо. Боюсь, не хватит. Вытащили. Ты хочешь? Ой, простите, очень некультурная шутка, но ладно. Ну, как это не смешно, мы идем в ху. Созвучно. Ой, неприлично. Понятно почему.
Я тут не был, похоже. Что за знак? Понятно. Немножко сбавлю. Кстати, уже почти прибыл. Все, вот он, этот порт. Сейчас вот эту развязочку пройти. Все, кстати, затормозил хорошо, без ретардера. Экторс хорошая тачка, безаварийная. И приборка очень смачная, смотрите, какая красота. Так, куда мне? Прямо. Так. А он куда пошел? Отлично. Тут даже в козырьке светятся фонари. У меня, кстати, я не знаю, то ли это у меня в глазах очень сильные глаза перетрудили, либо они очень нереалистично реализовали дефекты зрения. Полночь. До отдыха мне остается, кстати говоря, час. Ну, как раз очень хорошо получилось. Глушу. Так, а теперь проблема. Я в порт прибыл, да? А как мне... Черт. Сейчас я заведусь. Можно парковочный тормоз не поставил. Ладно, сейчас я назад чуть подам. Вот, отлично. Поставлю на нейтралку. Парковочный. Все, и теперь... Смотрим. Ну, тут особо выбора нет, только в Европорт. Погнали. Погнали.
Но вообще вывод такой, вполне нормально тянется 27 тонн даже тачками, которые не приспособлены для того, чтобы тянуть тяжеловесные грузы. Heavy Cargo, конечно, нужно бы поставить себе и посмотреть, как там Heavy Cargo Pack в принципе работает, да как каково с ним. Опять дождь. Вот, но это все потом.